17. marta Vissavienības referendumu Daugavpils varas vīri uzņēma tikpat nopietni kā lielajā kaimiņu valstī. Tas nekas, ka referenduma biļetenā kādi 5 jautājumi bieži mugulēti vienā, jo jautājums patiešām viens vienīgs – būt vai nebūt 1000-gadīgai impērijai, piedodiet atjaunotai federācijai. Vladimir Žarkovs, Daugavpils pilsētas padomas priekšsēdētājs. Владимир Витальевич, вы уверены, что референдум в Даугавпилсе пройдет с положительным результатом? Я в этом уверен, что референдум пройдет, будет больше, чем 50%. Скажет «да». Мы так прогнозировали, и, собственно говоря, прогнозы наши оправдались. Общее число граждан по списку – 98 802 человека. Число граждан, принявших участие в голосовании – 54 468. Число граждан, ответивших «да» – 49 416. Žarkova kungam neapšaubami piemīt praviešu spējas. Par nobalsojuši 50 plus tik un tik simtdaļas procentu. Vienotās un nedalāmās mīlētāji ne tikai neatzīst 4. maija neatkarības deklarāciju, bet Žarkova vadonībā iesnieguši PSRS augstākajai padomē tā dēvēto Daugavpils iniciatīvu. Separātisti no Snečkus, Kohlejārvis, Silame, Narvis vēlas parakstīt savienības līgumu, pieprasa īpašu statusu šīm teritorijām. Un tad? Ko tad? Izveidot Austrumbaltijas bolševistisku kņazisti padomijas sastāvā. Daugavpils iniciatīvas priekšlikumi nekādā mērā nav saskaņoti ar demokrātisko spēku padomi. Un, manuprāt, arī pilsētas padomē šis ir uzspiests viedoklis. Šajā savienības līgumā mēs redzam briesmas Latvijas teritorijas dalījumam. Mēs domājam pielietot kādu no pilsoniskas nepakļaušanās paņēmieniem. И поэтому все равно, еще раз я говорю, что все равно будет союзный договор. И поэтому независимо от того, как будет проведен референдум на территории республики, все равно мы будем жить вместе. И драться мы не собираемся. Мы собираемся жить дружно, мирно, искать компромиссы. Но если все-таки будет такая ситуация, что Латвия станет независимой де-факто, как вы видите себя в ней? Ведь я думаю, что независимым государством Латвийская республика еще долго не станет. Не станет. Это мы можем говорить на словах, чисто в политическом плане, что мы уже сегодня в парламенте, уже все советское, социалистическое, все это исключили, что мы живем не на территории Советского Союза, мы отдельное государство. Так это слова. Фактически же в деле-то этого не будет. Ну не будет, а только на словах. И что он будет дальше? А я считаю, что будет точно так же, как мы сейчас живем. А почему Республика Латвия не может быть суверенной в рамках Советского Союза? Вы понимаете, вот именно это сегодня главное, что республика будет суверенной. Никакие права не будут ущемлены этой республике в братской, дружной семье советских народов.